Мои дорогие, горячо любимые модницы, телеканал Shopping Show с большим удовольствием предлагает вашему вниманию главное предложение сегодняшнего дня. Это ветровка Юнона. Ветровка из 100% хлопка, яркий и стильный акцент в вашем образе. Удлиненная женская ветровка – это идеальный выбор для тех, кто хочет выглядеть стильно и защищать себя от ветра и прохлады. Она обеспечивает комфорт и защиту от непогоды, а также может быть скомбинирована абсолютно с различными вещами из вашего гардероба. Абстрактный яркий принт является одним из популярных принтов в коллекции «Весна-лето 2024». В такой ветровке вы не останетесь незамеченной и будете получать еще больше комплиментов. Вы, как всегда, яркая и привлекательная. Материал 100% хлопок, гарантирует комфорт в носке при этом простота в уходе. Ветрозащитные свойства материала обеспечивают дополнительную защиту от непогоды. Женская удлиненная ветровка подойдет для любого типа фигуры. Имеет капюшон, который добавляет комфорт и защиту от дождя, а также карманы для хранения мелочей, проездного билета, социальной карты или мобильного телефона. Застежки молнии и фиксаторы по нижнему краю изделия позволяют отрегулировать посадку. Но, знаете, стильно выглядит она, безусловно, но при этом я не могу не отметить, какая она легкая. Но при этом хлопок сам по себе очень и очень плотный. Кстати, вот я сказал про то, что есть капюшон, который также защищает и от прямых солнечных лучей. Но, может быть, вы не любите носить панаму, да, бейсболку. Вы накинули капюшон, чтобы голова не перегрелась. Кулисками можно зафиксировать так, как вам будет удобно. И это трансформация образа. Посмотрите, какая глубокая пройма. Мы вообще не переживаем здесь за обхват руки. Это точно идеальная посадка без примерки. Вот те самые кулиски по нижнему краю изделия, причем они идут и спереди, и также идут и сзади, да, за счет этого можно скорректировать и длину, и силуэт. Давайте посмотрим, какие цвета у нас представлены. Но у нас заказано, между прочим, уже 29 этих ветровок, потому что это главное предложение дня, и цена только сегодня 1999 рублей. Цвет фуксия. Мне почему-то кажется, закончится один из первых и 100% станет нашим лидером. Дальше цвет лимонный в заказе. Как вам это? Солнышко в руках. И та-та-та-та. Ну что такое там? Дальше цвет, который выбирает наша модель Люся. Люся, и вновь я в тебя влюблюсь. Зеленый цвет. Дальше, ой, какой интересный бирюзовый, мятный оттенок. Цвет мохито, вот он этот бирюзовый. Далее цвет фисташковый, его еще можно смело назвать хаки. А вот это васильковый индиго. Кофейный. Ой, я фанат капучино, латте. Вот я бы 100% выбрал этот. И вот, пожалуйста, белый цвет. Я вот этот бы белый цвет назвал бы джинсовый. Кстати, есть еще функциональные паты у нас здесь. То есть еще и длину рукава можно скорректировать. Размерный ряд от 54-го. До 62-го. Люся при своем 52-м размере надевает, конечно, размер 54-й, и я бегу, сделаю замерчик. Ну, видно, на самом деле, вот видно, что есть свобода. Видно. Поэтому, если вы возьмете размер в размер, поверьте, не будет плотного прилегания. Но согласитесь, видно, что на Люсе на размер побольше. Люсь, давай сделаем замерчики. Прям с капюшона начнем. Высота капюшона у нас шикарная. 31 сантиметр. Глубина капюшона 28 сантиметров. Давай по плечам посмотрим. 54 размер на Люсе. Люсь, чуть-чуть ручки приподними, пожалуйста, потому что на тебе размер побольше, и плечевая зона руки сильно спущена. 55 сантиметров. Длина по спинке у нас идет 94 сантиметра. Теперь поворачивайся, Люсенька, полуобхват, глубина проймы. Кстати, вот такие хлопковые ветровки можно смело носить как самостоятельное плечевое изделие в жару, в плюс 30, плюс 40. Просто на нижнее белье надели. 30 сантиметров длина, полуобхват, полный обхват 60 сантиметров, и длина рукава 56, почти 57. Ну и, конечно же, мы видим, да, есть функциональные паты, потом мы с Люсей продемонстрируем, покажем.
И смотрим обхват в зоне груди. От шва до шва, если, да, 130 сантиметров. Свободы очень много. Есть боковые карманы. Вот опять-таки же, не любите брать сумочки, какие-то, может быть, пакеты. И не надо. Сюда поместится и мобильный телефон, и банковская карта, и проездной билет. Спокойно. Мне очень нравятся эти кулиски по нижнему краю изделия, благодаря которым можно приподнять, зафиксировать, изменить длину. Но я знаю точно, 100%, что очень многие любят именно такую длину, потому что она дает дополнительный психологический комфорт, когда зона бедра, паховая зона прикрыта. Согласитесь, такая ветровка — это прям акцент в вашем образе. А стопроцентный хлопок поможет ощутить приятные тактильные ощущения. Плюс ко всему, это гигроскопичность. Материал отлично впитывает влагу. Воздухопроницаемость. За счет пористой структуры материя хорошо пропускает воздух и испарение, кожи дышит. Мягкость. Ткань приятная коже. Прикосновение к ней вызывает нежное ощущение. Материал полностью гипоаллергенный. И регуляция теплообмена. Хлопок можно использовать всесезонно. Но ведь действительно, такую ветровку вы можете носить как легкий жакет, даже там вот осенью, зимой, под теплую зимнюю одежду, например, да, надевая. Очень здорово смотрится с нашими брюками. На Люсе те самые брюки Дорота или Дорота за 1799 рублей. Но вот брюки прям летние-летние, прям легкие-легкие. Меньше чем 3800 образ, но вот он готовый образ. Ведь я еще раз повторю, такую хлопковую ветровку можно смело надеть просто на нижнее белье. Но цена только сегодня, так как это наше первое главное предложение сегодняшнего дня, 1999 рублей. Как всегда, при оплате заказа банковской карты еще 10% скидка и 1799. Всего 1799 за удлиненную 95 сантиметров по спинке. Итак, это фуксия, лимон, зеленый, бирюзовый, фисташковый, васильковый, кофейный и белый. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь цветов на выбор. От 54 до 62. Цена только сегодня 1999 рублей. Это наша ветровка Юнона. А я ваша Восемь.